Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1493, события дня. Откровение 1.17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти». За 13 января 2020 года мы обращаемся за помощью одному человеку старости приобрести комбайн. Молимся: Господи, помоги ему найти человека такого, который мог бы просто пожертвовать для славы Божией, для труда. Четыре ролика о них. Мало что записал, потому что прошедший день меня возили по городу. Приехала сестра Галина. И поехали в Билайн. Это система по телефонам. Разобраться, почему меня обкрадывают. Я каждый день записываю, сколько у меня на счету. А телефон-то у меня один. Один маленький вот такой вот. Я его ни в руки не беру. И вдруг вот это перестало высвечиваться. Там какие. За ней ничего не видать. С чем это связано? Как будто кто наступил на нее. Но остальное работает. Увидел там телефоны, очень дорогие есть. И есть один там 700 рублей даже не стоит. Я спрашивал их там: вот мой телефон такой, какой лучше? Он говорит: ваш лучше. То есть раньше лучше готовили. Я говорю: зачем вы с меня деньги высчитывали? Ну, это вот такая услуга какая? А кто ее просил? Прилепились услуга. Плати за это. Я говорю: а знаете почему? Потому что вы в Бога не верите. Если бы вы верили, вы разве стали бы обкрадывать человека, у которого пенсия до последнего времени была 8141 рубль 33 копейки? Мне же ни на что не хватает денег-то. А вы берете и берете ежедневно. Хотел сказать ему: но вы не самые главные грабители. Главное — это в интернете, которое для сельской местности, от своих модемов. Хоть сколько загружай, а остается. Я не использовал пятую часть даже. Оплатил гигабайты там. Назад уже никак нету. Заново плати. А платить, если нужно, то 2 рубля не заплатишь. Денег нет. Ну, то есть жулики. Вот рождается новый какой-то жидовенок, и ему уже надо денег. Имея в виду, жидовенок – это человек скаредный, как Владимир Даль объясняет. И вот они сидят и думают: как, где, в сельской местности, а там жаловаться некуда, давай. А они как говорят: поместишь, а ты месяц сократи, на 2 дня сократили месяц. Такого тоже не встречал. Но явно видно, что молодые, молодые жадные бездельники. Вот она заплатила у нас, Любовь там Минаева. Но завтра нет ничего на счету. С кого спрашиваю? Она дошла до прокуратуры. С нашим здесь Алексеем, программистом профессиональным. Ничего не сделаешь. Нет, они далеко, их неизвестно где, адреса нету. Вот. Ну, жулики. Жулики, не, совершенно не ведающие или поправшие о совести. Ничего нельзя сделать. Вот телефон так нет, если бы нормально, то здесь не прилепляй с услугами. Я их учил в прошлом году, приехал, также разговор шел. Ну вот туда, я говорю: вы вернете деньги мне или нет? Там 1500 уже своровали. Никак нет. Я иду в прокуратуру сейчас, в МВД, тут свое Министерство защиты прав человека, это областной, краевой, и в органы ФСБ. Я не знаю, как это так получилось, что я сначала в прокуратуре краевой был-то. И там, видимо, сразу, и что интересно, меня возят до дома, не доехал, что-то
какой-то сигнал. А пришел домой, и написано: так, ваша просьба признана правильной, удовлетворенной. И они мне сверху еще 50 рублей положили. Я им вчера напомнил немного. И он сразу как-то будто бы прислушиваться стал. Давай узнавать, только за полгода. А больше полгода, то надо архивы поднимать. Поднимем. За полгода сколько сейчас мне перечислят. Но за полгода что перечислили, это в течение полгода ждите. То есть надеяться, что умрет клиент, деньги не отдадут. И, ну, видно, жулики, маститые, безбожные. Это таких людей хуже демонов называет Златоуст. Демон не сребролюбив и не блудлив. И все это там по форме, одеты, товары стоят, и все мало-мало друг перед другом. Как Березовский Борис Абрамович говорил, когда сделались в одну ночь мы миллиардерами, теперь с Гусинским, там, ну, со всеми стали соревноваться, кто новые миллиарды приобретет быстрее. Ну и чем? Заглянул, говорит, и подавился. В Англии не помогла. Вот давай тут Путина свергну. Путина, кто пытался свергать, их ни одного нету, начиная с Немцова. Я могу их перечислить вам. Рохлин поднялся. Генерал, нету. Нету. Вот. Если начнем дальше говорить, там и генералы были, которых я знаю. Илюхин, высокого уровня юрист от КПРФ, внезапно умирает. Валерия Новодворская поднялась на Путина Владимира Владимировича. Какой-то пупырек на ноге взяли, все. Как говорится, жаба сдохла, сожгли. И вот такие там ни один и ни два. Уже не буду перечислять их всех. Я слежу за этим. Ни одного нету неповрежденного. А за правителя надо молиться. Итак, возвращаемся. Меня повезли. Там разобрались. Деньги снять надо. Ко мне кто-то присылает денег. И у меня два раза в год снимали. Я кому-то отдаю, у кого детей много там или больные. Не беру ни копейки, ни разу. Кто-то присылает, и иногда говорят, сознаются. Я говорю, ну не надо, на карточке я там сниму. И сразу распределиться все куда надо. Себе ни одного доллара, ни одного цента не потратил за всю жизнь. Даже в Америке не могли мне скормить мороженого. В дороге проехали 120 тысяч километров миссионерской поездки. Я ни разу купленную рыбу, варят они двое, едят, я не уйду гулять куда-то. Не потому, что я там такой-то, у меня нет денег. Мне нужно сохранить деньги, чтобы приехать до дому. И здесь тоже. За одним столом. Они покупают, если ребята мои, там, сливки или что-то такое, я не ем. Но они уже привыкли. Вначале тоже смущались. Да как так, мы сидим за одним столом, я вас не отнимаю, вы берете, дайте мне свободу. Хитрости всякую пытается мне дать, там, Глушков, Игорь Валентинович, он тоже там порвет, они в двойном упаковке целлофановых мешочках, порции. Вот, дескать, куда я такую дену, чтобы мне дал? Ну, он мне, я вот оставил оно, мне ее сбыть нельзя, возьмите. Я его дорогой догоню в ограде, и все равно в карман ему деньги суну. Я знаю, сколько стоит, там, 150 рублей. У вас это ваша валюта, у вас ниоткуда нет, у тебя семья, ты кормишь. Мне не надо, у меня оно не пойдет в желудок. За всю жизнь чужой копейки не съел ни разу. И Бог милует, а все нападают, вы дармоеды, вам все несут. Я ей сказал, праздник был, сестра принесла там пирог или что-то. А, увидали, так вы же не видите, разве я тоже ролик ставил, что к сестре там все быки разворочились с нашими материалами, пошли втроем там или вдвоем, у ней делают, работают бесплатно. Покос где-то работаем и возим, мечем бесплатно. Если она подала что-то, покормила, так трудящийся достоин пропитания. Я попутно хочу сказать. И вот вчера пришлось быть, повезли меня в банк, узнать там по счету сколько, и все. Положено было начало определенный фонд приезжающим и очень бедным. Я говорю, давайте второй фонд образуем относительно детей. Я уже говорил, там роботы четверо остались. Каждый раз фонд какой образует, чтобы не меньше, чем семизначный. И как за грань зашло, я сказал, пока довольно, давайте новый фонд образуем. Не конкретно на кого, а на нуждающихся. Я всегда стараюсь, Павел говорит, бегите на ресталище, чтобы быть первым. Первым быть, положить начало. Мое предложение было это.
идея, так скажем, и первый вклад сделать туда. Мне иногда за книги присылают что-то, потому что если Новый Завет, трехтомник, чудесное это издание, дополнительно 2000 экземпляров было, то больше 1000 раздали бесплатно библиотеке мира и архиереям. Бесплатно. А здесь берут, когда там, теперь только за деньги. И притом по отдельности Новые Заветы не отдаю. Я включил так брать только всем комплектом. Люди про другие книги-то не знают. Ну и вот так. Меня повозило. Едем дорогой, у меня первым делом. Сколько дорога стоит, не знаю. Если она говорит, что наездили на 1000, то я обязательно должен дать 2. Это я просто хвалюсь Господом моим. Так Господь сделал. Иногда я говорю, как бы про себя. Господи, ты не ошибся, что меня избрал на это дело. Мне хоть кубометрами будет доллары, я ни один цент не возьму. Господь так сделал, что я не знаю цены деньгам, их нету. Вот телефон этот показываю. Высчитывали, я ни разу не звонил. Не звонил. Ну, бывает, иногда на машине ехали и застряли. Позвонил. Или вот сестра застряла, я МЧС звонил. Не звоню. И кто звонит, бывает, через 3 дня уже наберется там, ну, злодеи звонят, иногда за ночь 50 звонков разные с поношением. Я и не открываю, не смотрю. И все, тут сестра Елена Гладыщук, она сняла еще за день раньше, и все остановилось, эту услугу, которую делает, услугу. Пришел я получать по карточке там в банке. И вижу, цена, стоимость не та, которую мне прислали. Я обратился, почему? Так у вас услуга, оповещение. Зачем оповещение? Мне сообщили, кто послал за книги. Я и пришел. Ну, я говорю, сколько там есть? Верните. Ну, я подумал, больше. А там за раз они высчитали рублей 12. Дошел до директора. До директора дошел, она вышла, женщина. Вот я думаю, вернете деньги-то. Ну, я же видел бумажки, она копейками отсчитала, ну, 15 там или сколько, 12 рублей-то. Даже самому неудобно стало. Раньше, помню, на вокзале стоишь, за 2 часа, если раньше берешь, там платить надо было за билет, а уже за 2 часа до отправления поезда не надо. Я стою, а что не берете? Я говорю, еще 15 минут. Это вы из-за этого стоите уже 2 часа? Да, у меня денег нет, я хочу взять. Она же кто-то взял, а взял как раз уже 2 часа эти пошли, когда нормальная цена. И с него все равно высчитали. А уже садиться я узнал, это уже подошли к поезду. Я говорю, подожди, побежал скорее, пока поезд не ушел. Насел на нее, и она вернула эти деньги. Не раз так было. Где-то мы выезжали, сейчас я не помню, и скажется, город Фрунзе. И она высчитывает, вижу, совсем не та стоимость. Я говорю, а почему? Ну, это за услугу. Какая услуга? Ну, за то, что я продавала. Да как не продавала бы, ей нету, ничего нету. Ну, то есть за то, что она продает, она еще наценку делает. Я пошел, написал бумагу, пошел милиционера искать. Он говорит, надо же, говорит, только что новую поставили, ту убрали, тоже она делала. А эту первый день она опять то же самое. У Расула Гамзатова стихотворение было «Вор, гора на горе, вор на горе». Вот так оно и есть. Варьё сплошное. И ничего нельзя сделать. И вот сестра меня повозила, рассчитался, поблагодарил. Все сделали из-за телефона. Так что никуда обращаться не стал. Это все волокита, ну а как по-другому? Я рассказываю историю 3 года уже назад, наверное. Приезжаю, я смотрю на телефоне, то у меня денег-то и нету. Я тогда начал смотреть, и такая-то организация сняла. Я дозвонился, никак директоры не дают. Наконец, те и говорят, а мы вам услугу оказывали, а какую? Вы нам звонили? Может, и звонил, а какая услуга-то? Я спрашивал, что-то касалось детей, в лагерь набирал детей. Не знают, поэтому, ну, вот бывает, мы старые люди, одинокие, там надо их утешить, с ними поговорить. Утешить, я любого утешить могу. Передо мной есть 1000 людей, которых я утешаю. Во Христе. Так деньги отдаете или нет? Никак. А я написал прокуратуру краевую, там, краевой отдел милиции, УВД края, там еще где-то. Ну, совсем немножко прошло время, а эта организация вышла и сама директор. Вот, мы вам деньги перевели, вы могли бы забрать обратно заявление? Я говорю, почему забрать? Вы меня мурыжили, уже 2-я неделя идет. И
решение было принято там, прокуратурой. Сняли их с регистрации в отдел юстиции, видимо. У нас свой юрист, я спрашиваю, это для них наказание ощутимое? Говорит, да, ощутимое. Их больше не зарегистрируют. Вот они, так сказать, напоролись на старого. Ну, а как по-другому, я не знаю. Есть такой лозунг, не проходите мимо. Это меня обманывают, обдирают, как липку. И вчера вот я это все видел. Ну, немного проехали, вернулись. Каждый день кормлю около 50 голубей. Чужие голуби, не мои. Отдельно у меня столовая для жуланов, большая синица, красивая. Сколько их, я не знаю, но думаю, около 30, наверное, прямо тучи. Они одиночные такие. И воробьев около сотни. И кошек 10. Но кормлю только здесь 4. Остальные находятся там, где трапезная под ней. И день идет благодарение. А тут в интернете, а тут глаз заболел еще. И вот так Владимиру все передал. Он сейчас самостоятельно работает. Еще хоть не все, я передала наши ресурсы. Все время готовлюсь, каждый день может быть последним. Все, что есть, показываю, где у меня лежит фонарик, где что. Он остается по завещанию. Ну, вот такой прошел прекрасный день. Сегодня уже вторник. Богу нашему слава. Аминь.